До 9 мая остались считанные дни. Мы продолжаем показывать вам серию сюжетов о тех, кто, рискуя своей жизнью, защищал страну от врагов. И сегодня наша история о ветеране из Рутульского района. Салих Акимов отправился на фронт добровольцем, ведь тогда он был еще совсем юным мальчишкой. За годы войны он пережил ранения и потерял много боевых товарищей. Кадыр Абдулазизов продолжит. Он всегда рад гостям. Кто бы ни пришел навестить дедушку, все спрашивают его об истории войны. Ветеран войны Салих Акимов рассказывает, всю войну провел на поле боя. Вспоминает раненых друзей и другие ужасы войны. 43-й год, самый страшный год, самый трудный, самый это, не дай бог, такие вот годы вообще вспоминать не хочу. Он неохотно делится всем, что видел в этой войне. Где-то ветерана подводит память, а где-то мешают эмоции. В его памяти только то, что не сможет забыть никогда. Голодали все, не кушали нигде вообще. 5-6 сутки, потом попали, это немножко хопа называется, каша. Прошел пол Европы пешком, совершил подвиг настоящего героя. А затем они со своим батальоном попали под пулеметный огонь. Многие полегли на поле битвы, кто-то смог спастись, как и наш герой. Но он был ранен в ногу. После этого попал в госпиталь, и его комиссовали. Ночью бомбардировали. Днем бомбардировали. Самолеты всегда. Ну как надо, очень трудно, товарищи. После войны он долгое время преподавал в школе и вырастил не одно поколение молодежи. Но те, кому удалось в большей степени набраться знаний, это его дети, внуки и племянники. Они по сей день не забывают те жизненные правила, которым их учил дедушка. Любим, уважаем таких людей, ценим и помним этих всех людей. Особенно, короче, его добрые дела. Это помнится всегда. Когда в школу ходил, с этого дня я узнаю. Там преподавал еще в те времена, работал учителем в школе в нашем. Хороший педагог он был. И до сих пор хороший наставник для молодых, могу сказать. В скором времени ветеран вновь наденет свой парадный костюм, украшенный боевыми орденами, и будет одним из главных героев Дня Победы. Кадыр Абдулазизов, Руслан Салихов, Сергей Кадинаев и Камила Раджабова. Время новостей. Рутульский район.